Профессия косметолога существует давно. А это значит, что некоторые специалисты данного направления применяют в работе давно известные приемы и методы. А другие, их, как правило, не так много, опережают время, используя все лучшее, что разработали ученые. Система сервиса в нашем салоне основана на трех китах. Высокопрофессиональная подготовка специалистов, безупречное владение техниками и технологиями косметологических процедур, постоянное повышение квалификации наших сотрудников, тщательный отбор косметических брендов, которые используются в работе косметолога, отслеживание новинок на рынке и внедрение самых достойных из них в наши программы в числе первых. Таким образом, мы хотим представить вашему вниманию наши бестселлеры. Это уникальная технология системы очищения от института Эстедерм, безупречный и высококвалифицированный система скульптурирующего массажа для лица, основанная на уникальных разработках Жоэль Саока. И, соответственно, инъекционные методики, которые улучшают архитектонику формы губ. Знаменитая система Эстедерм состоит из 7 ступеней очищения. Косметологи назначают ее как самостоятельную процедуру, которая позволяет бережно освободить кожу лица от всего того, что мешает ей оставаться в тонусе и pH-балансе. Сама семифазная система, она достаточно глубоко и интенсивно очищает, и она может использоваться как отдельная процедура косметическая, которая даст прекрасный цвет кожи, дыхание кожи и стимулирующий эффект для выработки коллагена и эластина. Но также это основная система очищения в любой другой процедуре, которую можно назначить. Самый первый этап – это молочко для чувствительной кожи с аллантоином и экстрактом сладкого миндаля. Плавными движениями, не втирая, мы наносим на кожу. Вторым этапом идет бифазное средство вода-масло для снятия макияжа с век. Очень мягко удаляет даже самую водостойкую тушь. Следующий этап – это дезинкрустант. Это, как называют французы, пылесос. Средство, которое приподнимает роговевший слой мертвых клеток. Мы доводим его до состояния уплотнения на коже. Тем самым он разогревает кожу. Втирается в течение где-то 5 минут. Очень хорошо уделяется внимание зонам, где присутствуют расширенные поры. Снимаем это горячим полотенцем, создавая тем самым баню для кожи. На каждом этапе очищения проводится активный массаж, что благотворно влияет на тонус мышц. Четвертый этап – это маска-ластик. А роговевшие клетки, приподнятые на предыдущем этапе, с помощью данной маски скатываются и удаляются. Так, прошло несколько минут. Маска схватилась с клеточками, и мы начинаем удаление. Это скрабирующий полирующий пилинг, выравнивающий цвет лица. Скрабирующий пилинг, он еще дополнительно полирует после предыдущих очищающих компонентов, он полирует кожу, то есть выравнивая цвет кожи за счет того, что преобладает пигменталин, который выравнивает и цвет кожи, и пигментные пятна уменьшает, и плюс бархатистость кожи придается. И завершить этап очищения можно взять гликолевый пилинг, который даст стимуляцию работы нашим клеткам для выработки коллагена, эластина. Наносится на пару минут, он используется для самой чувствительной кожи, поэтому можно не бояться после такого достаточно серьезного, глубокого этапа очищения. И заканчиваем этап глубокого очищения компании Эстедерм клеточной водой. Эта клеточная вода очень схожа с межклеточной жидкостью нашего организма, поэтому очень хорошо встраивается в кожу и прекрасно успокаивает. После такого очищения наша кожа готова к последующим принятиям процедур. Следующая уникальная методика – скульптурирующий массаж, который позволяет буквально вылепить молодое лицо без единого надреза и укола. Такой активный массаж напоминает занятия фитнесом. Только вместо бедер и спины прокачиваются и приводятся в тонус мышцы лица. Натренированные, они сохраняют красивый овал и высокие скулы.
Сам массаж непосредственно проводится в очень интенсивном режиме. Однозначно, как любой специалист по ручному массажу, я могу сказать, что есть этапы и тонизации, и расслабления, и лимфодренаж. Вершина такого айсберга – это тонизация происходит мощнейшая. Прорабатываем очень интенсивно глубокие мышцы шеи, подбородка. Прорабатываем мышцы глаз, лба. Знаменитым мастером ручных техник массажа сегодня считается француженка Жоэль Сиока. Ей, по некоторым данным, своим красивым овалом обязаны многие знаменитости. Интересный момент из ее авторской методики – так называемый буккальный массаж. Мышцы прорабатываются через ротовую полость, в результате чего весь каркас лица становится подтянутым буквально после первой процедуры. Данный массаж, по показаниям, мы можем назначать женщинам, начиная с возраста 25 лет. Как профилактический массаж, он назначается один раз в 10 дней. После 30 лет женщина должна посещать подобный массаж раз в неделю. Что касается новинок, главной косметической премьерой весны стал препарат на основе гиалуроновой кислоты для коррекции формы губ. Его особенность – высокие экологические характеристики. Препарат стерилизуется совершенно другим образом, нежели чем происходит стерилизация других гиалуроновых кислот. Это прорыв в науке, в медицине и в косметологии. При введении такой гиалуроновой кислоты, все мы знаем, имеются воспалительные небольшие процессы, легкая отечность и болезненность появляется. В данном случае гиалуроновая кислота совершенно очищена от химических препаратов сшивочных, их нет вообще, не существует в этом препарате. Косметология – это всегда индивидуальный подход. Учитывается все – и возраст, и генетика, и образ жизни, и даже преследуемые цели. А еще у современного клиента, разборчивого и требовательного, есть выбор – делать или нет инъекции, или же пойти по пути классических методов, которые сегодня доведены до совершенства и показывают хорошие результаты.